Привет, мы в Уфе на Кубке РФПЛ по киберфутболу. Это команда «Локомотива», Костя Стаур, Антон Кленов. Поближе ко мне встаньте, ну что же вы так далеко от меня, котики? Так не видно кубка, реально. Что делать-то будем, ребят? Побеждать. Такой румяненький. Что побеждать? В киберфутбол. Так, кубок не снеси, тут аккуратнее. Это наш киберблогер и киберфутболист Стаур Кленов. И это номер 3, группа А. Тише, тише, я на интервью к тебе. Привет! Тебя в Фифе Акинфеев пропускает так же много и так же нелепо. У меня помазан стоит. Слушай, ты такой молодой, такой модный. Какой у тебя статус ВКонтакте? Нет статуса. А подписчиц много таких прям девушек? У меня есть любимая девушка. И ты ее любишь больше, чем Фифу? Конечно. Ты давно был в барбершопе? Давно не был. Ты все время ходишь с GoPro, снимаешь себя такой модный. Это потому что такая красивая форма, голубая. А еще вопрос. Спартак сейчас на первом месте, а почему ты нет? Я, знаете, я готов все отдать, чтобы Спартак в этом году стал чемпионом. Ромбик на груди, мы все это уже слышали, все ясно, да, и поцеловать не забудь обязательно. А ты приехал сюда... То, как некоторые наши футболисты у нас иногда целуют, когда шутят, ну, там, про эту тему. Давай расскажем зрителям твою одну большую тайну. Которую? Которая не про фифу. То, что я эмо? Фантазер, ты меня называла. Челики, найс рофлите. Ребята, челики, найсрофики. Строили они персовы. Да, игра. Вторая половина началась. Более что видим. Сам себе, что... Не проходит. Все здесь не закрыто. О, вообще, хотелось бы вечно его смотреть. Тут Игнатий прострел. Вижу Ростов, идем к Ростову. О, Ставр, давай. Слушай, а если вот перед тобой посадить, ну, очень красивую девушку, ну, вот, как я, например, ты кого выберешь, фифу или девушку? Сейчас? Вообще. По правому флангу. Девушку. Опять же, атака. А в темном переулке ты ее чем сможешь защитить? Пропал из нашего. Фифу, я предложу фифу сыграть. Скажи, ты считаешь себя настоящим конем? Точно, прям вот уверен. И как копытами играть в фифу удобно? Ну, потихонечку, как-то. Ты вообще знаешь, как фифа расшифровывается-то? Футбольная, международная. За нас, за вас, за газ. Дай что-нибудь потыкать, можно? Когда проигрываешь, не шутят, типа кефир прокис, вот это все. Да, я уже эти шутки раз в тысячи уже слышал, уже привык к этому. На самом деле радует, что и на этом турнире есть люди, которые девушку, если что, что защитят не только джойстиком, но и... Давай, покажи. Джойстиком покажи, как ты будешь. Слушай, вообще я слышал, что FIFA и вот киберфутбол – это развлечение для школьников. Ты что можешь сказать на эту тему? Ну, я начал играть школьником, поэтому на данный момент. Но сейчас ты не школьник? Сейчас нету, не школьник. Так, а Майкл бежит по левому, по центральному. И хорошо, есть партнер, и бегут! Ой, можно мне тоже фото с чемпионом? Спасибо. Антон. 10 побед подряд. Ты вообще сам ожидал от себя? Подряд 10. Ты вынес просто всех. Если честно, то нет. Мы за тебя очень переживали, очень болели. Полуфинал, очень достойный соперник, сражался до последнего, реально круто. И то, как ты выступил, вообще все это. И приз тебе отдельный дали. Ты для нас самый лучший. Мы ждем твоих следующих выступлений, побед. Болельщики тоже ждут. Весь Локомотив с тобой.